небольшой обзорчик на икру, имитированную красную. Вот на 16 июля 2024 года в Пятерочке она стоит 100 рублей. 480 грамм. Икра лососевая, имитированная, слабосоленая, красная. Ну, очень вкусная. Дата производства. 3 июля 2024 года. Будем пробовать, что там такое. Да, на вид, конечно, красивая. Ну и так очень похоже. На настоящую корку. Так, по вкусу. По вкусу тоже похоже, но какой-то вкус другой рыбы. Другой вкус рыбы. Это называется Балтийский берег, Санкт-Петербург. Икры там у нее очень много в Санкт-Петербурге. Так как ее по 100 рублей продают за полкилограмма.